Привет всем, мы продолжаем распаковывать старый Kinder Surprise. Сегодня у нас 14 выпуск, очередные 9 упаковок по 3 киндера в каждом. Мы сегодня распакуем, начнем вот с такой вот коллекции розовых киндеров из Италии Pop-Pi. Не знаю, что это за коллекция, или это просто сборки, которые отдельно киндер решил выпустить, как, да, в отдельной упаковке. Такое бывало, но бывало это совсем недавно. А эта коробка как будто бы достаточно старая, да, до 2012 годности. Так, давайте посмотрим, как вообще у нас выглядела эта коллекция, видел ли ее прежде или нет. Итак, Kinder Surprise у нас здесь прямо с Италии. Так, сразу же у нас темная капсула, и посмотрим, что это вообще за коллекция такая была. Нет, выглядит все как будто бы это коллекционные действительно игрушки, не сборки. Да, выглядит коллекционная, как коллекционная серия, и не видела прежде ни вкладыш, ни коллекцию такую. 3, 4, 5, 6, непонятно, сколько игрушек у нас коллекция, но такая вот у нас симпатичная здесь фея, да, фея, не знаю кто, в общем, какая-то героиня, не знаю, это может быть к какому-то мультфильму относится история или комиксу, но вот прежде я никогда эту коллекцию в жизни не встречал. Снова что-то новенькое у нас здесь попадается, да, не видел прежде такую коллекцию. Так, посмотрим, одна у нас она здесь будет, или может быть все-таки еще одна коллекционная попадется. Нет, пока что у нас капсула попадается, обычная, не темная, и здесь у нас, конечно, сборка, но, о, тоже классная сборка. Хотелось бы эту коллекцию когда-нибудь собрать, не меньше, чем коллекционную серию, она большая, да, здесь у нас разные животные детективы, периодически она у нас попадается. Такого слупа я не припомню. Здесь у нас лупа, чтобы искать, вот, например, здесь кости от рыбы, да, такое увеличительное стекло лупа. Вообще сама коллекция очень симпатичная, без, да, без того, чтобы что-то искать. Так, посмотрим, что у нас в последнем киндере попадется. Тут уже и на Тунс могут попасться до 2012 году. Да, вот, собственно, на Тунс и попадаются. И этой коллекции у меня тоже нет на Тунс полной, да. Тоже нет этой полной коллекции. На Тунс, видите, еще логотип был такой, чуть другой. Был до этого у нас Native, вообще называлась на Тунс. Но верблюд, кстати, очень симпатичный у нас здесь попадается. Да, такой вот классный верблюд, я бы сказал. Хоть сейчас его в новую коллекцию отправляй. Так, ну что ж, не такая плохая у нас здесь распаковка. Новая какая-то коллекционная серия и неплохие две сборки. Следующая у нас упаковка, это достаточно новый киндер, но очень тоже классная была коллекция, посвященная мультфильму Pets 2 в 2020 году. О, как недавно это было, и тогда видео, кстати, хорошо пошло с этой коллекции, да, но состояние киндеров не очень. Итак, открываем первый, здесь у нас, так, что-то симпатичное, сразу же, да, коллекционная игрушка попадается. Так, «Тайная жизнь домашних животных» назывался этот мультфильм. И симпатичная тоже коллекция. 8 игрушек. Уже столько лет прошло, да? В 2020 году она вышла. Да, здесь у нас кот такой спит. Так, уже цельная у нас фигурка. Все уже собрано. Да, ну и он лежит и может хвостом вот так бамс бить по вот такой вот у нас в Азии, чтобы взбивать бумажки. Ну, бумажки, не знаю, зачем киндер засовывать еще в коллекционную серию. Без бумажек он тоже был бы неплохо получился. Итак, один попался. Так, может, повезет, еще один попадется. Следующий у нас здесь это Натунс. Да, Натунс попадается снова. Дельфинчики два. Мама, ребеночек. Нет, один здесь у нас так попадается. И я, кстати, не помню, чтобы он у меня был, этот дельфинчик. Может быть, кстати, он и не попался тогда. Так, на Тунс вообще сделана эта сборка так, по-другому. Да, выглядит очень неплохо. И если крутится колесико, то он такой вот как плывет у нас по волнам. Симпатичный на Тунс. Так, пока что прям совсем какой-то плохой сборки нам не попадалось. На Тунс попадаются коллекционные игрушки. Ну и пока что 14 выпуск совсем неплохо идет. Так, машинка здесь у нас. Да, ну вот первая такая не очень сборка на сегодня. Так, машинка. Машинки что-то последние годы не очень. Да, ну и снова у нас тут киндер бумажек, наклеек насовал. В общем, да, машинки.
печаль, печаль. Раньше как-то мог киндер выпускать классные машинки. Была серия роликов про 55 килограмм киндер-сюрпризов. Там прям были машинки, так машинки. Когда-то давно, в годах так 90-х, но вот сейчас, конечно, печаль. Итак, серия 2009 года у нас здесь. Kinder Ovo, не знаю, откуда это. Если здесь у нас коллекционные игрушки попадаются, или такой набор сборок. Она выглядит очень плохо, упаковка. Никогда такого не видел. Здесь у нас все капсулы, все прозрачные. Так, что это вообще такое? О, пазл, правда, у нас первым попадается. Так, что это за пазл? Это вообще киндер сюрприз или что-то другое нам тут положили? Нет, ну это был киндер прям. То есть упаковка, все киндер был. Киндер Ова, киндер Джой и какой-то вкладыш на Тунс как будто бы, да? Да, вкладыш на Тунс, вернее пазл на Тунс. И прежде мне такого не попадалось. Пазл на Тунс у нас здесь бурым медведем попадается. Так, посмотрим, что в следующей капсуле у нас тут киндер положил. Тоже такая же капсула, смотрите, вообще. Что-то прям необычное. Еще и вкладыш, который, да, который у нас с Kinder Joy. Видите, Kinder Ovo написано. Так, кто это у нас такое? Это какая-то сборка из медуз. И прежде я ее тоже никогда такую сборку не видел. Что это вообще за медуза у нас коллекция? Не знаю, относится она, я думаю, все-таки к сборкам, конечно же. Но прежде такую сборку я не видел. Да, и коллекция прям большая, что... Можно ее собрать и как коллекционный, в принципе, считать. Так, что-то у нас здесь новенькое попадается. Итак, следующий посмотрим капсула. Будет ли коллекционная здесь игрушка? Нет, это у нас снова попрыгушка такая на пружинке. Видели уже мы эти игрушки такого типа много раз и раньше, и позже Kinder Surprise выпускал. Но вот здесь у нас снова она, снова эта попрыгушка попадается в виде такого... такого монстра зеленого. Ну что ж, необычная какая-то упаковка у нас здесь была. Идем дальше. Здесь у нас коллекция, которая периодически у нас попадается. Уже Disney Fairies, какой-то фильм был или сериал давным-давно, да, 2011 года срок годности. Ну и да, частенько у нас попадаются игрушки с этой коллекции. Так что, может, когда-нибудь ее и соберем. Итак, две светлых капсулы, одна темная. Светло у нас попадается что-то похожее на Natunz. Нет, это у нас микс-арт, наверное, фломастер, поэтому запакован. Да, фломастер в виде такого, не знаю, кого, динозаврика, ящерка. И не будем его распаковывать. Если его распаковать, то он, да, он так запакован хорошо и может хоть 20 лет, хоть больше пролежать. Все равно сразу же пишет фломастер, поскольку воздух у нас не проникает. Но вот если его открыть, то он быстро перестанет писать. Итак, следующее у нас здесь... Ух ты, это еще что такое попадается? А, это есть, наверное, коллекционная игрушка. Да, или... Нет, 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 нет. У нас какая-то сборка, но сборка не хуже, чем коллекционная. Что это такое? Цветочные мини. В общем, такие вот симпатичная сборка. Так, ну что ж, неплохая была сборка когда-то в розовых киндерах. Ну и, в принципе, она сейчас тоже иногда хорошие игрушки, иногда не очень, но в целом неплохие. Какая у нас здесь красота, смотрите, девочка, и можно ее спрятать в цветочек, и потом можно назад, да, вот так вот платье открывается, и цветочек пропадает. Ну что ж, симпатичная тоже сборка. Ну и посмотрим коллекционную серию, по-моему, была у нас уже. Это фея, вообще, эту бы коллекцию тоже было бы неплохо собрать. Здесь у нас 8 их игрушек, и вот именно зелененькая такая фея, по-моему, уже попадалась нам. Итак, вот такая вот у нас фея. Не смог киндер тут тоже без бумажек обойтись. Хотя мог бы оставить, да, без вот этих 4 бумажек. По краям была бы тоже неплохая коллекция. Итак, дальше у нас в поисках Дори. Нет у меня и этой коллекции 2017 года. Так, тут у нас разные сборки тоже симпатичные были от коллекции. Немо, Дори. И да, конечно, хотелось бы мне особенно хотелось бы собрать коллекции Дисней, все, которые выходили. Итак, две желтых капсулы. Одна у нас коллекционная. И здесь у нас сборка попадается, которая вот на такой сеточке сделана, которая прыгает, как попрыгушка. Ну, что-то новенькое пытался киндер сделать. Частенько мы уже видели эту сборку. Так, следующее посмотрим. Здесь снова у нас фломастер, похоже, в пакетике. А, да, ну это достаточно новый фломастер. Попадался у нас уже частенько тоже. В распаковках.
Или киндер использовал фломастеры частенько, хотя нет, именно такие фломастеры я помню. Ну, не будем тоже его доставать, чтобы не портить. И положим просто, да, в закрытом пакетике. И коллекционная игрушка теперь, собственно, у нас в поисках Дори. Ух ты, кто у нас тут, какая-то касатка или кто это попадается? Да, это же в поисках Дори, да, в поисках Дори супер. Уже было у нас одна или две игрушки с этой коллекции попадались, но вот такой именно, да, такой, кто это у нас, касатка, не было. Прямо ее можно было хоть на Тунс, хоть в коллекционную серию отправляя, но вот отправили в коллекционную. Итак, надо тоже посмотреть когда-нибудь с ребенком этот мультфильм, классный, первая часть, вторая. Частенько ходим куда-нибудь в океанариум, и там плавают Немо с Дори вместе. Но надо, кстати, посмотреть будет эти два отличных мультфильма. Итак, мы идем дальше. Следующий по традиции у нас какой-то Kinder Joy с иероглифами. Да, частенько у нас Kinder Joy с иероглифами 2018. Это серия, не знаю, это коллекционные или сборки, какие-то роботы, которых я прежде не видел, непонятные. Так, ну давайте откроем, посмотрим, кто нам здесь попадется. Итак, Kinder Joy, откуда-то с Китая, наверное. Здесь у нас какая-то игрушка, похожая на Natoons попадается. Не знаю, Natoons или нет. Да, Natoons, смотрите, цвета точно Natoons, хотя надписи Natoons нету. Так вот, симпатично у нас здесь львенок Natoons попадается с бумажной гривой. Посмотрим, кто у нас в следующем Kinder Joy попадется. Будет ли вообще здесь у нас коллекционная какая-нибудь игрушка? Или тут только сборки. Итак, следующее открываем. Здесь у нас... Нет, здесь у нас какая-то традиционная... Не, не традиционная сборка Kinder Joy. Что это у нас такое? Вот уже похоже на какую-то неизвестную мне коллекцию. Что это за борцы такие непонятные? Нет, это, наверное, все-таки сборка, но два каких-то борца. У нас, смотрите, капсула — это тоже часть игрушки. Итак, странно, но здесь игрушка, тут у нас, такой трамплин есть, и надо закинуть в капсулу нашего этого непонятного робота, да, вот так вот он становится здесь, и надо его как-то закинуть. Тут у него есть след для ног, может быть, надо сюда его поставить, нет, наверное, все-таки с другой стороны. В общем, как-то это должно работать, но что-то не очень работает. Итак, так вот у нас Kinder Joy. Посмотрим, что в последнем у нас попадется. Так, в последнем у нас машинка какая-то. Ух ты, еще и цельная. Так, ну наклеечки, наверное, положил Kinder, да. Без наклеечек Kinder никуда, без бумажек. И какая-то такая прикольная, смотрите, машинка. Вот, здесь у нас что-то необычное. Сразу же, смотрите, уже собранная. Да, сразу же крылья раскладываются. Да, ну, кстати, эта машинка неплохо получилась. Итак, ну что ж, очень неплохая получилась машинка такая, самолет. Идем дальше. Следующая у нас снова какая-то такая упаковка, как будто бы из сборок, хотя немецкая, да, Kinder Überraschung написано, 2016 да, года. На Тунс уже есть у нас, но как будто бы здесь у нас только сборки будут попадаться, без коллекционных. Так, давайте откроем. Ага, они такие же тут и сборки. Две темных капсулы, одна светлая попадается. Так, в светлой у нас здесь наш мотороллер, который же частенько попадался. Такой для пальца, симпатичный. Кстати, у них получилась сборка, хорошо работает. Не мотороллер, а роллер, да? Самокат, правильно. Так, вот такой вот у нас симпатичный здесь самокат. Можно пальцем его прицепить. И теперь посмотрим, что же у нас в темных капсулах попадется. А в темных капсулах у нас попадается... ничего у нас не попадается, да? Как будто бы не коллекционная игрушка. Что это тогда такое? Нет, это в принципе коллекционная, да? Это моя маленькая пони. Видимо, такие вот, не знаю, сборки, аксессуары, коллекция. Но вообще, да, вообще она все-таки коллекционным относится, судя по всему. Так, посмотрим, что у нас во втором попадется. А во втором у нас попадается... Что это у нас такое? Тоже темная капсула, какие-то зайчики. Это, наверное, пасхальная была коллекция. Кстати, наверное, тоже коллекционная.
6 зайчиков. Пасхальные коллекции у меня не все собраны, в отличие от новогодних. Рождественские у нас на канале даже один ролик есть, где все-все-все рождественские коллекции собраны до самой последней. А, ну, вот такой вот у нас здесь классный, да, классный пасхальный, пасхальный кролик попадается. Я думаю, это с пасхальной коллекции игрушка у нас здесь. Итак, идем дальше. Здесь у нас трансформеры тоже бывали у нас уже иногда в обзоре. Трансформеры 2014 года коллекция, но да, всю коллекцию я, конечно же, еще не собрал и вообще не знал, что бывала коллекция трансформеров в киндере. Так, здесь у нас заклеено, правда, вот непонятно, лежат ли здесь трансформеры или что-то другое. Нет, трансформер, не другое, две Маши Медведь и один трансформер. Итак, две светлых, одна темная у нас в трансформерах, а светлая это... Так, какая-то машина первая у нас попадается. И выглядит, кстати, неплохо, как Формула-1 машина. А наклейки еще есть. А, да, выглядит совсем неплохо. Четыре игрушки у нас в коллекции. Смотрите, прям как настоящая Формула-1 выглядит. А, да, выглядит неплохо. Наклеечки еще можно клеить. Ну вот, да. Иногда у Киндера неплохие машинки получались в последние годы, хотя, да, как в последние годы, это коллекция сборки 10 лет уже как. О, это наш ужасный самолет, который даже собирать не хочу. О, да, отложу сразу в сторонку. Худший сбор Киндера, все эти непонятные самолеты, длинные, бумажные, пластиковые, как будто бы они большие игрушки, но, думаю, все их выкидывали, в мусор не собираю. Итак, трансформер, наконец-то, трансформер и... Да, выглядит сама коллекция, это неплохо. Как-то она тоже мимо меня прошла. Я даже никогда не знал, что трансформеры были в киндер-сюрпризе. Вот такой вот классный у нас здесь вкладыш, Optimus Prime. И, о, да, и было бы, конечно, здорово и эту коллекцию когда-нибудь всю собрать. Итак, такой вот у нас здесь трансформер. Ну, в принципе, сборки достаточно странные, да, просто у нас здесь на шариках таких пластиковых крепится он. Не знаю, насколько он долговечный, думаю, он вообще не долговечный. Разваливается, да, видите, уже... Но, в общем, да, попытался киндер что-то... Да, разваливается, не успел его собрать, он уже весь, да, пополомался. Ну, тем не менее, коллекционная серия. Итак, идем дальше. У нас последняя тройка, это пингвины Мадагаскара коллекция. Тоже у меня ее нет, 2015 года, сорпреза с Италии. Это упаковка, трешка, ну и одна, да, одна у нас, как написано, должна быть... коллекционная. Тоже у нас две светлых, одна темная, без сюрпризов. Так, и снова машинка попадает, смотрите, в первом киндере сразу же. И тоже, в принципе, на фотографии выглядит неплохо. А, это машинка, с которой самолет у нас вылетает. Итак, такая вот машинка-самолет, ну вот что-то похожее в этом сезоне киндер попытался сделать, но, конечно, эта машинка выглядит намного лучше, чем то, что мы видели в новом сезоне. Да, вот такой вот у нас тут самолет вылетает и может приземлиться, и потом машинку закрыть. И, да, в принципе, идея неплохая, и сделана тоже машинка неплохо. Следующую сборку открываем. Здесь снова машинка. Да, снова машинка, но уже с пластмассовым корпусом. Такие когда-то были давно-давно киндера, но с металлическим корпусом. Здесь у нас с пластмассовым. А, ну зато она инерционная, можно оттянуть назад, туда она поедет. Да, ну вот, несмотря на то, что пластмассовый корпус, в принципе, неплохо выглядит машинка, а еще и, да, еще и инерционная, к тому же. Итак, последняя капсула, здесь коллекционная, она, открываем, и здесь у нас сами пингвины Мадагаскара. Нет у меня полных коллекций, ни Мадагаскара, ни пингвинов Мадагаскара, ни коллекция, которая, да, как мне кто-то написал, «Белые ноги» называлась, с пингвинами тоже. Так, но здесь у нас такой вот пингвин, борец. Попадается, и это хорошо. Еще, да, еще одна коллекция приблизилась к тому, чтобы я ее когда-нибудь собрал. И вот такой вот у нас симпатичный пингвинчик. Ну что ж, не такой плохой выпуск получился, 14-й. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и всем спасибо. Пока-пока.